Муж, придя домой с работы, говорит жене: в предстоящую субботу друг придет ко мне. Та в ответ ему сердито: ты с ума сошел? Окна в доме год не мыты, посмотри на пол. Кроме полуфабрикатов нечего подать. Ты со дня, что мы женаты, растерил кровать. Только стирки на неделю у ребенка корь. Так что брось свою затею и со мной не спорь. Дорогая, для того-то друг и приглашен, чтоб до свадьбы знал хоть что-то о жене тебе он.